Я часто задумываюсь о том, как наши негативные убеждения могут тормозить личный рост. Один из методов, который мне помогает, это ведение дневника. Записывая свои мысли, я начинаю замечать повторяющиеся негативные установки. Затем я задаю себе вопрос, откуда это пришло. Это помогает мне осознать, что многие убеждения — это просто мнение других людей или старые страхи. Следующий шаг — это замена. Вместо «я не смогу», я говорю себе «я попробую». Это маленькое изменение в словах открывает двери к новым возможностям. Также я практикую визуализацию, представляю себя успешным и уверенным. Это создает мощный внутренний образ, который вдохновляет действовать. И, наконец, я окружил себя поддерживающими людьми. Общение с теми, кто верит в меня, помогает разрушить барьеры. Эти методы не только помогают выявить негативные убеждения, но и дают возможность их изменить.